Всем привет! Привет-привет! Сегодня четвертый день нашего путешествия. В Лас-Америке все пасмурно, того гляди пойдет дождь, поэтому мы решили сгонять сегодня в Порто Лас-Винос, оттуда пересесть на автобус и поехать в Карачико. На любом автобусе из Лас-Америкаса или Лос-Кристианоса доезжаем пару остановок до центральной автобусной станции в Коста-Адехе, и здесь уже нас ждет автобус номер 460, который довезет нас до Икот-де-Лас-Винос. Там уже разберемся по ходу дела. Вот такая вот автобусная станция. 2 часа на автобусе. И мы находимся в Икот-де-Лас-Винос. По дороге поболтали с мужичком, практически дедушкой, в коротеньких шортиках, в трекинговых огромных башмаках, с палкой сучковатой, собрался покорять в одиночку Тейди. Удачи ему! От автобусной станции переходим дорогу и направляемся к драконовому дереву. Все в указателях, так что заблудиться очень трудно. Но вот если с этой стороны церкви обойти, то как раз там торчит драконовое дерево. Вот оно, драконовое дерево. Вот весь мир здесь клонялся. Хотя где-то мы видели еще такое, если не больше. Таинство купли-продажи совершилось. Еще раз полюбуемся на драконовые перья. Такая большая церковь. Церковь закрыта на реконструкцию уже несколько лет. В прошлый раз мы были, она была закрыта. В этот раз закрыта. В прошлый раз был 2 года назад. Замечательные видны старинные крыши. Ну вот, посмотрели драконовое дерево, вернулись на автобусную станцию. Теперь путь у нас лежит в Карачико. Автобус номер 363. Едем до Карачико. Так, нежданно-негаданно, буквально 5 минут от Икота до Лас-Винос, и мы уже в Карачико в центре. Наш автобус уезжает, мы остаемся здесь. Сильный ветер. Красота, страшная сила. У океана. Все в лаве, все в лаве. Просто апокалипсис, Армагеддон. Все горело, полыхало. Вот такими крутыми трубами приходится пробираться между кусков лавы. Люди не могут разойтись. Если одна группа идет в одну сторону, то другая группа стоит и ждет, пока первая группа пройдет, потому что дорожки очень узкие. Лава. Лава. Внизу. Разломы земной коры. Все погребено в воду.
толстым-притолстым слоем лавы. Этими волнами можно наслаждаться бесконечно. Просто сбивает с ног. Не знаю, будет ли меня слышно. Океан. Неспокойно. Ну вот по этой тропинке мы продолжаем движение в горке Крачин. Среди этих лавовых развалов очень много крабов. Миллионы крабов. Я не знаю, увидите вы или нет, но реально посмотрим еще раз на лавовые ванны Карачит. Идем по направлению к церкви. Попробуем зайти. Да. Вам евро? Си. И тишина. Покропим руки святой водичкой. Обожаю такие места. Чувствуется величие, могущество. За 1 евро нас пропустили внутрь. Музей сакрального искусства. Пойдем посмотрим за 1 евро. Вот такая вот санкция подобная.
кресло, где, наверное, сидел самодельный поп. Вот такая вот дорога из Карачика в Икот-де-Лас-Вегас. Итак, мы снова в Икот-де-Лас-Вегас. Здесь пересаживаемся на автобус и едем домой в Лас-Америкас. Пока!